Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашего следующего занятия – сетевой уровень. Мы опустимся на уровень ниже, абстрагируемся от скриптов, от веб-форм, от HTML, от веб-серверов, от баз данных и посмотрим, что доступно злоумышленнику в случае, если он попал внутрь либо локальной сети, либо сети, в которой находятся сервера компании. Что можно сделать в этом случае злоумышленнику?